Празднование Дня города ульяновцы начали у памятника основателю города Богдану Хитрову. К его подножию были возложены цветы. Выполняя государеву волю, 374 года назад Богдан Хитрову основал город Симбирск. Сегодня это Ульяновск. Торжественная церемония открытия праздника по традиции началась с выноса знамен и исполнения гимнов России и Ульяновска. Слоган «Город хороших людей и отличных историй» стал главной идеей празднования Дня города. Ульяновцев от лица губернатора, правительства региона и себя лично поздравил председатель правительства Ульяновской области Владимир Разумков. Я хочу признаться в любви этого города, хотя я здесь недавно, но этот город действительно с его величавой Волгой, с его просторами действительно покорил меня. Я думаю, мы, команда правительства, должны сделать все для того, чтобы этот город развивался. Украшением праздника стал ансамбль барабанщиц «Ульяна», которому 11 сентября исполнилось 25 лет. В честь юбилея глава города Дмитрий Вавилин вручил бессменному руководителю коллектива Борису Бронзову благодарственное письмо и памятный подарок. Глава города наградил выдающихся жителей. Звание почетного гражданина города Ульяновска присвоено пенсионеру, ветерану МЧС России Юрию Федоровичу Рассадину. Всю свою трудовую деятельность он посвятил обеспечению пожарной безопасности региона. Разработал проект противопожарной защиты Ленинского мемориала. За значительный вклад в развитие ульяновского краеведения, сохранение историко-культурного наследия Симбирского ульяновского края, звание почетный гражданин города Ульяновска присвоено посмертно историку, кандидату философских наук Сергею Борисовичу Петрову. Ее вручили к двоюродному брату нашего земляка Евгению Лосеву. Также за вклад в развитие строительной сферы и жилищно-коммунального комплекса звание почетный гражданин города присвоено посмертно Виктору Исаевичу Васильеву. Награду принял его сын Виктор. А в золотую книгу почета города Ульяновска за многолетний добросовестный труд и особые личные заслуги в развитии спорта и воспитании молодежи занесена Галина Михайловна Сафонова, заместитель директора физкультурно-оздоровительного центра «Орион». Специально ко дню рождения Ульяновска Почта России выпустила праздничную открытку. На сцене Дмитрий Вавилин и заместитель директора управления Федеральной почтовой связи Александр Карпов провели процедуру гашения открытки специальным почтовым штемпелем с оттиском «Ульяновск. Город трудовой доблести». Эти памятные открытки с автографами будут переданы в городской архив. В праздничный день горожане с удовольствием делились поздравлениями. В общем-то, желаю городу всего самого хорошего. Это замечательный город. Я желаю только развития и чтобы каждый сюда приезжал и удивлялся, какая у нас замечательная культура в Ульяновске, какие у нас замечательные музеи и что у нас совсем не скучно. Хотела бы сказать пожелание любимому городу, чтобы он оставался таким же ярким, увлекательным, интересным. Здесь всегда можно найти по душе каждому, начиная от самых маленьких до уже взрослых людей в возрасте. С праздником, любимый город! Мы его любим! Особенно оживленно было на площадке возле педагогического университета. Здесь можно было сдать нормы ГТО. Мы призываем всех жителей города Ульяновска заниматься спортом, приходить на площадке ГТО, сдавать нормативы и поступать в лучший вуз этого города. УГПУ «Сила». Местом притяжения ульяновцев стала выставка творчества территориальных общественных самоуправлений на Новом Венце. С хлебом, солью встречала гостей председатель ТОС села Луговое Марина Энгельман. 10 сентября это село, которое теперь входит в городскую черту, отметило 350-летие. ТОС села Спешневка Кузоватовского района дарили всем гостям праздника свою брендовую продукцию – значки «Люлё на счастье». Так называется молодежный арт-клуб села. Но название он получил от фольклорного праздника «Люлё». Всех горожан с праздником, Днем города. Это очень значимое событие, такое хорошее. Во-первых, это прежде всего общение с большим кругом лиц, масса впечатлений, масса программ. Это очень здорово. Здесь же мы встретили почетного гостя праздника, сенатора Российской Федерации Сергея Рябухина. С большим удовольствием поздравляю всех жителей с этим праздником. Хочу пожелать дальнейшего развития. Я люблю город Ульяновск. Я очень благодарен судьбе, что свою жизнь связал с Ульяновском. Поэтому я не просто поздравляю, я уверен в хорошем, таком уверенном и таком светлом будущем нашего города. А на площади Ленина в праздничный день состоялись показания
показательные соревнования учащихся Ульяновского дворца творчества детей и молодежи по запуску модели кораблей. Хочу ульяновцев поздравить с Днем города, пусть приходят и детей записывают в наше объединение авиамоделирование и судомоделирование. По традиции праздничные мероприятия завершились поздно вечером концертом и ярким фейерверком на площади Ленина. Ирина Антонова, Сергей Кудаков, Управда ТВ.